Здравствуйте, в эфире программа «Подробности». Подробно о том, как в Рязани будет отмечаться очередная годовщина Великой Победы. Вместе с нами в студии начальник городского управления культуры Евгения Власова. Евгения Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер. И предлагаю начать наше общение с репортажа, который мы только что посмотрели в программе «Время говорить». В Рязани завершился фестиваль «Салют Победы». Первое мероприятие в целом цикле праздничных мероприятий, посвященных 9 мая. Вы были на гала-концерте. Вот ваше личное ощущение, как все прошло? Замечательно. 15 лет наш фестиваль собирает участников из разных концов нашей необъятной Родины. Звучат песни, посвященные войне, песни патриотические. Даже звучат песни, которые посвятили участники нашему фестивалю. И это говорит о том, что фестиваль развивается, уровень постоянно растет. Те почетные гости, которые у нас побывали за это время, это и Кобзон, и Лещенко, и Захаров. И в этом году у нас был великий поэт Андрей Дементьев. Тому подтверждение, что фестиваль любит и зрители, и любят наши участники. Ну вот, как я уже сказал, этот фестиваль стал первым мероприятием в преддверии Дня Победы. Чего еще ждать в течение апреля? Что подготовили городские власти? Какие мероприятия, посвященные великой дате? Будет много мероприятий, посвященных 69-й годовщине. И буквально сегодня стартует муниципальный этап всероссийской акции «Территория добра», где в рамках городского фестиваля волонтерских отрядов будут подведены итоги акции «Внук». «Всем нужен уход и компания», где наши дети получат возможность пообщаться с нашими ветеранами, послушать их историю, что-то для себя какие-то сделать, выводы. Ну и помочь как-то. И, конечно, помочь. Иногда помощь-то заключается в том, что просто послушать и услышать наших ветеранов. Я вот вспоминаю свое детство, свою школьную юность, еще и помню, что открытые уроки у нас перед 9 мая всегда проходили, и ветераны на эти уроки приходили. Сейчас, наверное, такой возможности не у многих есть, все-таки годы. Тем не менее, в школах что-то запланировано? Конечно. И как бы подведение итогов данной акции во всех школах 24 апреля пройдут открытые уроки, которые так и не будут называться «Моей семьи война коснулась», где возможность пообщаться с ветеранами, даже если, может быть, не лично, а посмотреть подборку видеоархива, проговорить с внуками, может быть, кто-то расскажет свою историю. Возможности для подготовки данных уроков очень разнообразны. Если говорить о каких-то общегородских событиях, в первую очередь праздничных, концерты, фронтовые поляны, что запланировано в этом году? Запланировано много концертов, причем концертов, которые пройдут в шаговой доступности. Учреждения культуры, управление по работе с населением готовят акции, вечера, концерты как раз у нас во дворах. И в этом году мы не будем проводить общегородскую фронтовую поляну. Фронтовые поляны пройдут у нас в районах города, которых не только 4 пройдут в этом году, а, возможно, и больше. Уже годы и возраст наших ветеранов говорит о том, что не они к нам должны прийти, а мы к ним должны прийти. И как раз послушать, пообщаться с нашими ветеранами как раз непосредственно близко, в близости с домом. Ну и почествовать их. Конечно, потому почествовать. Что далеко, наверное, даже не все порой знают, что вот в их доме живет ветеран. Если фронтовая поляна пройдет во дворе, это, ну, наверное, лучше даже будет, нежели какое-то такое вот общегородское совершенно большое верно, мероприятие. Совершенно верно, да. Совершенно верно. И главная, собственно, цель фронтовых полян, чтобы люди узнали, с кем они живут по соседству. Традиционно, опять же, главное мероприятие у нас проходит 9 мая. Вот что 9 мая будет в этом году и каковы особенности непосредственно этого дня 2014 года по сравнению с предыдущими годами?
В этом году пройдет акция «Парад победителей». И возможность познакомиться с историей своей семьи, поискать в архивах фотографии наших предков, наших родственников, которые были на войне, которые видели эту войну. И просто узнать свою историю, не только семьи, но, я думаю, истории страны. Как будет выглядеть эта акция? В первую очередь нужно найти фотографию. Фотографию близкого родственника. Второй момент. Нужно будет узнать историю данной фотографии, узнать историю этого человека. И увеличить фотографию. Будут созданы центры в городе Рязани, куда можно обратиться для того, чтобы получить формат А4 уже в таком в качественном цветном исполнении, которые потом будут участвовать как раз в акции. То есть с этой фотографией можно будет пройти? Да, да, да. Все подробности можно узнать на сайте parad62.ru. И там же можно записаться, насколько я понимаю, для участия в акции. Да. А традиционный праздник песни в солдатском строю будет? Да, будет традиционный праздник песни в солдатском строю. Будет театрализованное представление «Здравствуй, мир». Затем праздник перейдет в городской парк, где пройдет фестиваль молодежных групп, который называется «Мы помним песни Победы». На данный момент уже записалось 20 наших молодежных групп, каких-то... Коллективов, которые будут в своем жанре, как они это понимают, исполнять песни военных лет. Традиционная вечерняя часть программы 9 мая у нас бывает на площади Победы. В этом году также все без изменений. Да, в этом году в 20:00 начнется праздничный концерт, который будет подготовлен силами рязанских коллективов и участников фестиваля «Салют Победы» и традиционный салют, который состоится в 22:00. Василий, городские власти уже заложили такую интерактивную традицию последние несколько лет, когда обычные рязанцы также могут принять участие в праздничных мероприятиях. Вы сейчас рассказали об акции «Салют Победителей», «Парад Победителей», в других каких-то акциях готовы сейчас власти выслушать пожелания рязанцев и включить их в программу? Готовы. Мы всегда открыты для общения с рязанцами и всегда идем навстречу для того, чтобы каждый рязанец мог принять участие в наших концертах, потому что концерты пройдут у нас, я еще раз повторюсь, в каждом учреждении культуры, в каждой библиотеке, в каждом образовательном учреждении, поэтому мы открыты для общения, ждем предложений и каких-то новых идей. Ну что ж, спасибо. Евгения Власова, начальник городского управления культуры, была гостем программы «Подробности». Мы говорили о том, как в Рязани будет отмечаться 69-я годовщина Великой Победы.